Daha bir neçə rusiyalı əskərlər əsir götürülüb. Onlar təcili hərbi xidmətə çağrıldıqlarını bildiriblər. Mənimlə müqavilə bağlandı. Həmin müqaviləni ləğv etmək cəhdlərim uğursuz oldu. Cənab Putin, xalqı aldatmayın. Siz deyirsiniz ki, Ukraynada təcili xidmətə çağrılmış əskərlər döyüşmür. Lakin bu ağ yalandır. Bütün sosial şəbəkələri bağlamışsınız. İnsanlar doğru informasiya ala bilmirlər. Yetər, deyirsiniz, dinç əhaliyə toxunulmur. Lakin bu belə deyil. Mariupol şəhəri məhv olub. Şəhərdən əsər əlamət qalmayıb. Dinç insanlar güllələnir. Şəhərlər və dinç obyektlər bombalanır. Cəhənnəm ol, deyə əskər bildirib. Digər əsirlər onun bu sözlərini təsdiqləyiblər. Я Мустафа Эрдемур Сабиржанович, 18.02.1999 года рождения, проживал в городе Новосибирск, откуда призывался на срочную военную службу 21 июня 2021 года в воинскую часть 58-198. Я Полянов Валерий Владимирович Патронов, 2.02.1999 года рождения, родился в городе Тюмень, откуда же призывался на военную срочную службу 19.06.21 года, воинскую часть 58-198. Я Чапарук Максим Евгеньевич Нахтапов, 2003 года рождения, проживающий в Тульской области, призван на военную срочную службу 17 июня 2021 года, воинскую часть 58-198. Я Бабихин Алексей Дмитриевич, 12.07.2002 год, город Курган, откуда был призван на срочную военную службу военные силы Российской Федерации 03.07.2021 года, воинскую часть 58-198. Я Чеботаревский Андрей Ильич, 28.11.2001 года рождения. 2.12.2019 года был призван на военную срочную службу ВЧ 58-198, вследствие чего, без моего согласия, был подписан контракт. Все попытки разорвать его и отказаться были безуспешны. Только что мы посмотрели пресс-конференцию с Путиным, где он заявил, что спецоперация в Украине не принимает участие срочники. Он нагло врет вам, я, к примеру, там. Товарищ президент, почему вы обманываете свой народ? Я и мои товарищи разоблачаем вас, говорим о том, что мы находимся в Украине, участвуем в боевых действиях, а вы обманываете тупо народ. Наше командование забрало наши документы, телефоны, бросило сюда на убой, не давая никакой информации. Вы заблокировали все соцсети. Людям неоткуда брать правду. Вы заблокировали Инстаграм, ТикТок. Зачем вы врете? Товарищ президент, в своем интервью вы говорите, что вы бомбите только военный объект. На самом деле вы разбомбили уже город Харьков. Бомбите город Мариуполь. От него практически ничего не осталось. Было снято ложное видео в городе Херсон, где якобы военнослужащие снабжают продовольствием мирных жителей. На самом деле мирные жители прогнали без труда, без оружия, без ничего, голыми руками вооруженные силы Российской Федерации со своего города. На самом деле такого не было. Хочу подытожить, Владимир Владимирович Путин, вы урод или лжец, вы обманываете наш народ на протяжении уже 10 дней, дезинформируете их. И хотели бы мы вам передать привет отсюда от срочников из Украины, которых вы послали на войну. Все дружно. Путин пошел нахуй!